Джолринг, дворецкий. Я служу хозяину Умбакана уже много лет. Мой хозяин Умбакана известен во всем Сиродиле как коллекционер. А почему ты спрашиваешь? Действительно, могу я взглянуть на него? Я полагаю, моего хозяина весьма заинтересует эта вещица. Однако сейчас слишком поздно, чтобы беспокоить его. Если ты зайдешь утром, я уверен, он будет рад поговорить с тобой. Прощай. Что? Я присматриваю за его домом. Набит добром. Ты знаешь об этом? Но ни один грязный вор не проберется туда, пока я на дежурстве. Самюэль Бантьен когда-то мог вскрыть любой замок в городе. Правда, сейчас он этим уже не занимается. Береги себя. Спрашивай, я слушаю. Приветствую. Меня зовут Элрагайл. Я присматриваю за Самриэль. Она немного странная, отмеченная богами. Так про нее говорят. Ты в курсе, что кто-то вломился? Прощай. Суриус Афраниус. Я охранник. Работаю на Умбакано. Серый принц оказался фальшивкой. Ты в курсе? Его отец был вампиром. Он не орк. Он монстр. Кто-нибудь должен прикончить его. Еще увидимся. Я слушаю. Пожалуйста, продолжай. Верена Донтон должна вдохнуть жизнь в гильдию бойцов, если они хотят конкурировать с компанией «Черный лес». Береги себя. Добро пожаловать во врата Пелла. Что привело тебя сюда? Умбра, тебе нужно поговорить с Ироком Широким, а мне тебе сказать нечего. И тебе всего наилучшего. Добро. У нас небольшая община. Мы живем замкнуто. Впрочем, не могу сказать, что мне неприятно видеть здесь новое лицо. Пока. Привет! Добро пожаловать! Умбра, тебе... Береги себя.
Как дела? Добро пожаловать во врата Пелла. Умбра! Давненько я не слышал этого имени. И это не то имя, которое стоит упоминать во вратах Пелла. Прежде чем я продолжу, давай проясним кое-что. Ты спрашиваешь меня о мече или о человеке? Это грозный меч, в этом нет сомнений. Черный как уголь, клинок со смертоносным лезвием. Говорят, он может поглощать души людей. Я знаю, по крайней мере, одну душу, которую он пожрал. Ленвин, это она нашла это проклятое оружие. Я полагаю, теперь ты хочешь услышать о человеке. Кто есть Умбра? Я могу сказать тебе, как ее звали раньше. Ее имя было Ленвин. Она моя ученица. По крайней мере, была ей, пока не нашла этот меч. Она так никогда и не сказала, откуда он у нее взялся. Просто однажды она пришла ко мне вместе с ним. Сказала, что ее зовут Умбра. Она изменилась. Она всегда неплохо управлялась с мечом, но после этого она начала искать сражений. Стала кровожадной. Стала называть себя Умброй в честь меча. Потом она связалась с какими-то наемниками, но я слышал, что она пробыла с ними недолго. Мы не видели ее уже много лет. Не могу сказать с уверенностью. Некоторые говорят, что видели ее около руин Виндосель. Может, они и ошиблись. Даже если она и там, поблизости отсюда, она не заходила во врата Пелла. Я этого и не жду. Боюсь, что эта девочка давно сгинула. Если ты ищешь ее, будь осторожней. Она очень сильна, или, по крайней мере, этот меч. На твоем месте я бы держался от нее подальше. Я желаю тебе удачи. Боюсь, она тебе понадобится. Не создавай проблем. И тебе всего наилучшего. Что еще я могу сделать? Thank you.
Ты очень рискуешь, говоря со мной. Тебе стоит уйти. Немедленно. Умбра — это мой меч, это я сама. Это то, чем я должна была быть. Многие годы я питала свой меч душами людей и эльфов. Воины-священники, короли и нищие, мужчины, женщины и дети — все пали от моей руки. Я смотрела, как они умирали, но Умбра жаждет еще. Не говори со мной об этом месте. Это было в другой жизни. Это было до того, как я стала тем, что я есть сейчас. Может, они послали тебя убить меня? Может, они боятся, что я могу прийти в ночи и спалить эту деревню дотла? Впрочем, неважно. Я то, чем я стала. Я знаю свою судьбу. Можешь ли ты сказать тоже о себе? Чего ты хочешь? Моей смерти? Моего меча? Я предлагаю тебе выбор. То, что не предлагала другим. Останься здесь и умри. Или уходи и живи своей жизнью. Скажи мне, как определишься с выбором? Это единственный выход для тебя, друг. Забудь про него. Как насчет того, чтобы вернуться в святилище и сказать Клавикусу, что сделка расторгнута? Думаю, он немного расстроится, но жизни ты не лишишься, скорее всего. Во всяком случае, шансы у тебя будут выше, чем если ты решишь добывать меч. Я говорю тебе, не отдавай этот меч Клавикусу. Уверен, меч уничтожит его. Ну, не полностью, конечно. Все-таки он принц Дейдра и все такое. Послушай, оставь меч себе, если хочешь. Решение за тобой. Только не возвращай его Клавикусу. Он не всегда знает, что добро для него, а что зло. Тебе удалось добыть меч. Теперь отдай его мне, как мы договаривались. У нас с Умброй есть незаконченное дело. Превосходно! Жалкий меч и жалкая душонка в обмен на маску, достойную Бога. Сделка очень выгодна для тебя, смертное существо. А теперь у меня есть срочное дело. Уходи! Возможно, я еще найду тебя.
Я рад нашему знакомству. Теперь я опять стану его гончей. А что до тебя? Удачи, пожалуй. Ну, а мне свое. Полагаю, твой выбор сделан. Умбри не терпится узнать, что это будет. Мудрый выбор. Я пролила слишком много крови, и хотя я жажду еще, твоя кровь не порадует меня. Ступай и не возвращайся. Хорошая идея, малыш. Некоторые вещи лучше не трогать. Давай вернемся в святилище. С хозяином я все улажу. Не сомневаюсь, он поймет. Ты хочешь расторгнуть нашу сделку? Ты смеешь шутить со мной? Берегись, смертный. Клавикус Вайл отныне наблюдает за тобой и ждет. Я рад нашему знакомству. Теперь я опять стану его гончей. А что до тебя? Удачи, пожалуй. Ну, а мне свое. Салют! Джолринг, два... Мой... А почему... Действительно... Я полагаю, мой хозяин захочет поговорить с тобой прямо сейчас. Пожалуйста, следуй за мной. Что я могу сделать для тебя? Да? У тебя есть что-то из того, что меня интересует? Ах, один из десяти предков. Поднеси-ка его к свету. Да, потрясающе. Принести его мне весьма дальновидно с твоей стороны. Я хочу собрать полную коллекцию этих статуй. Если тебе удастся раздобыть такие статуи, я готов платить двойную цену за каждую. Я с радостью куплю у тебя эту статую прямо сейчас. Полагаю, ведь это было целью твоего визита. Превосходно! Не забывай, я с радостью заплачу такую же цену за любую другую статую, которую тебе удастся найти.
Я удвою твое вознаграждение, если тебе удастся собрать все 10 статуй. Я надеюсь на длительное и взаимовыгодное сотрудничество. Да? Тебе удалось найти еще одну статую? Тогда тебе есть чем заняться. А я продолжу поиски в архивах. Быть может, мне удастся выяснить местонахождение этих статуй. Камни судьбы — это загадка. Следы ли это мифических времен? Творение древних зверолюдей или забытых рас эльфов и людей? Береги себя. Как дела? Рад видеть тебя вновь. Могу я сопроводить тебя наверх, к моему хозяину? Действительно? Я к твоим услугам. До свидания. Как дела? Да! Прощай. Подай монетку инвалиду. Должно быть недавно. Я слушаю. Пожалуйста, продолжай. До свидания. Добрый день. У меня лучшие товары и самые низкие цены во всем Сиродиле. Пока. Приветствую! Как поживаешь? В Совете царит хаос после новостей о том, что Манимарко находится в Сиродиле. Очевидно, что король червей избрал своей мишенью гильдию, но мы не знаем почему. Не выдвигалось никаких требований. Все мое внимание сейчас отдано Совету. Мы должны понять причину этого неожиданного нападения и остановить Манимарко до того, как он уничтожит нас. Поэтому сейчас я не могу отвлекаться ни на что другое. Сможешь ли ты сделать для меня кое-что? Хорошо. Пожалуйста, отправляйся в Бруму. Я не получал вестей от Джин Фрасорик вот уже несколько дней, что не похоже на нее. И хотя я даже рад отсутствию корреспонденции от нее, но учитывая последние события, я опасаюсь, что могло случиться что-нибудь скверное. Выясни, все ли в порядке с Джин, и дай мне знать, если она в чем-то нуждается. Возвращайся ко мне, когда поговоришь с Джин.
это ты. Привет. Добрый день. Маглир? Кажется, его здесь где-то видели. Попробуй заглянуть в постоялый двор «Одинокий странник». Удачного тебе дня. Всего одну монету. Привет. Багрома Грога Алаша заботит только его постоялый двор «Одинокий странник». Как ты сегодня? Приветствую. Опять ты. Похоже, я знаю, зачем ты здесь, гильдейская крыса. Не выполнил обязательства? Ты о чем вообще? Я работаю на компанию «Черный лес» теперь. Работы много, платят хорошо, и Арейн под локоть не толкает. Это многое значит, особенно в твоих устах. Ты думаешь, я не знаю, кто сдал меня Арейну? А теперь вали отсюда, пока мой друг и я не вышли из себя. Для меня радость говорить с тобой. И тебе всего наилучшего.